В Заурале еще одна авария унесла жизни двум людям. ДТП произошло на 15-м километре автодороги Лебяжьи хутора. 33-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21703, не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате водитель и 30-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Не обошлось без ДТП в Кургане. Там на улице Бажова около дома номер 140 столкнулись две иномарки – BMW и Nissan Almera. 19-летний водитель BMW не предоставил преимущества в движении. В результате происшествия 5 человек, водители и пассажиры, получили травмы. Установлено, что водитель BMW не имел водительских прав.